И так, дум-дум-дум-дум-дум. Привет! Привет! Джек! Смотри на этих противных. Но еще не делают спокойствие, и потом можно сделать пожарную что-нибудь. А если мы... Да прибьем лопату. Иду. Кстати, у нас есть затешный там бассейн, который прекрасный. Если здесь есть печка какая-то. Ксюша, положим туда. У меня есть... Я поставила. Хочешь лосось? Да, лосось стоит. У меня есть лосось, например. Так, ингредиенты. Это не лосось. Так, уголь топливо. Все, жарится, короче. Пока что по... Я Я тут в бассейн пришел. Та-да! Я в этом бассейне. Я не знаю даже, что это такое. Ага, я. Это вот та дикая, нет. Она очень зла. Она может нас расцарапать. Ты помнишь, как я бегал. Подвал. Блин, конечно, голод, пойдем. Ты же это посмотри, блин, что не тоже. Нет, пока да. Блин, круто. Жареный... Да, несколько сделалось. 6 лососин. Положу, уже все, хватит. Несколько лососин сделано все. Все, какие-то лососины, короче. Все, все какие-то лососины. Сейчас достану. О, все. Короче, себе жареный лосося чуть-чуть. Кушай. Спасибо. А я туда опять закину. Короче, и топливо. Сейчас мне немного три приготовит. Я спасательно. Я смотрю, как они тут сидят, пока что ничего не делают. Положи что-то в сундук. Посмотрим, что в сундуке. Все, короче, я себе приготовлю. Я кушаю. Я кушаю. Я пошел посмотрю. Так, а я пойду. Дом собаки. Так. Эх, а я пока что здесь. О, тупой таракан, лови! Я этого словил. Погнали других ловить. Тварюки! Я словил все таракан. Посмотрим. Ой, тут все местно, смотри. Так, а что же это живет далеко еще? Одного блока. Не знаю. У нас же нету топоров. Что же? Тум-тум-тум. У меня один лосось, конечно, остался. Я поеду. Так, я пока что здесь. Нет. Таракан! Пошел нахер. Так, одного прибили. Жирничка. Короче, первый лайфхак сейчас запишу.
закрыты. Уже нашел дом. Соседи, что у вас там тут? О, сосед. В смысле? Сосед помог себе дверь. Полетим? Банан голову. Кто? Так, записываю первый лайфхак. Очень легко. А тогда можно собрать его домик. Итак, начинаем. Писать лайф хак 1. Тире. Выгони его на улицу. Этого таракана. И когда он в кустах потеряется, хлопни его. Все, первая страница написана моего дневника. Так, я пойду, короче, на двор. Я пойду лучше на двор. Эта собака засрала мой дом с слизнями. Слышь ты, я тебя херачу по будке, тварь. Собака идет, а я слышу звуки. И ступа, дебильного, давай. Нет! Хочешь, я тебе отпустила руку? Нет! Да у меня палочка. Нет! Отстань! Не надо, дядя, нет. Не делай этого, тварь, не делай. Хочешь себе пожару? Нет! Нет! Надо, дядя. Нет! Пошел нахрен! Собака идет. Джек, ты где? За мной дебила какие-то. Он же. Я видел, собака там прошла. Хотела себе поесть, я все. Хотела съесть скорее. Я пойду в дом разбираться. Я умею убивать. Эй, ты, дебильная собака, где ты? На полося, я тебя сжигаю. Братан? Я поломаю окно и выкину ее вниз. Она сдохла. Пошли отсюда. Пойду-ка я пока что. Так, в холодильник сложилось. Сюда немного еды.
Та-дам! Вижу. Так. Опа. Помылись в душике. Сейчас наберу сюда воду. Куда там был? Потом смою. Помоюсь. Что за хрень? Что за звуки? Пойду-ка пока что. Да ну, показалось. Шо? Тараканчик. Так, придумал. Так. Вижу. Где ты? Пошёл нахрен! Ха-ха, незаметно прикончил. Побежу, короче, назад домой. Надо что-то пожарить, блин. Привет. 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 Банан, привет. А что, когда я видео спамал? Да? Так, ну, может вернуться. Кстати, надо новый лайфхак записать. Записывай. Я пошёл по нос. Бля, то есть всё. За. Деревьям. И он не будет тебя видеть. И прихлопни его.
Хочешь тоже завести дневник? Да. Ок, у меня есть какой-то. Вообще, сколько он ничего не писал. Ну, а с одним? Ну, понял, иду с дневником. Другим. Я на пороге. Ходим. Я тут. Бегу. А все, тебе дневник, короче. Записывать буду. Ну и, короче, и пиши, как хотите. Сейчас напишу. Я пошел, короче. О, блин, а пожру. Думаю, есть все и пожарить. Все, пожарится. Так, я пойду. Вышибу. Наконец-то помоюсь. Тараканы тупые, оттопить! Пошли нахрен, топите, стволы! Кинул одного сюда, вообще. Пошли нахрен. Ладно, топлю их. Да пошел нахрен. Я топлю их всех, надо топить вместе. Топись. Все, закрывать надо бинокль. О, я тогда все спорю. Тоже помочь может. Я помылся, я пошел. Всем жирный кулятина. Тан-тан-тан-тан. Все можно забирать жирный кулятину. Я буду писать про сказку. Чем? Ладно, не сказку, но буду писать у нас. Типа, та таракана, как его убить, было такой. Так, короче, я пишу третью вещь. Надо было приманить его родой, да. Зерно. Да. Третий лайфхак. Если тараканы напали на тебя, на парень. Это смысл? На тебя в душе, утопи их. Все, писал. Все, я сливаю воду, короче. Лезут творить. Пошли нахрен. Пошли вы. Пошли нахрен. Так, блин, они может же через вентиляцию пролезть наверх. А, ты, все три здесь. За меня. Твари вы сидят, тупые тараканы. Сейчас я вас прихлопну нахрен.
Помоги мне, на меня напали тараканы бешеные. Нать на низкой полосе. Так, давай с лестницы скинем. Давай, беги. Пошел нахер. Пошел в жопу. Давай этого скинем. Этого. Скинь его с лестницы. Все, давай его. Все у меня. Упало. А ты хочешь? Дам тебе курятину. У меня есть. Рыба. Пойду по стороку раз. А, ты уже ставишь. На, можно два шапка. Да. Так, короче, надо записать новую. Так, сейчас так. 4. Скинь их с лестницы. На меня в бассейне нападают. Сейчас я вас утоплю в бассейне. Сынаша. Вы солидные, ты задолбал тут сосед. Так, кидаем по одному. Все, пошли нахуй. Вот так. Пишу их теперь. Все. Я пошел спать, короче. Сейчас выглянем в окно. Я тоже. Да, кстати, ночь. Давай спать. Я пошу. Не укрылся. Давай.